А сейчас предлагаю отправиться вновь в небольшое телепутешествие в прошлое. Напомню, что телерадиокомпании «Вектор» исполнилось 25 лет. За четверть века сотрудниками, журналистами и операторами было снято очень много разных городских мероприятий, что позволило накопить богатый архив видеоматериалов, которые сегодня уже являются нашей губкинской историей. Фестиваль юных дарований «Ямальские таланты» проводится уже в пятый раз. В нем участвуют исполнители и коллективы в возрасте от 8 до 17 лет. Считаете ли вы себя талантливыми? Когда как? Наверное, да. Ямальские таланты всегда праздник, и с каждым годом он становится все ярче и значительнее. Особенно радует, что это праздник не только для участников и зрителей самого фестиваля, но и для всех, у кого есть телевизор. И кто знает, может быть, следующий шестой фестиваль станет телевизионным. Твое впечатление об этом конкурсе? Ой, я на этом конкурсе уже пою 3 года, просто... Когда уже я слышу слово «ямальские таланты», мне уже просто становится приятно, это уже что-то часть меня самой.